Всем привет, ребята! Вы на канале Санишка, играем вместе, и сегодня мы с вами поиграем в обновленную игру Big Paintball, Большой Paintball. И, ребята, как раз сейчас мы выбрали обновленную карту 2021 года. Она похожа на две крепости, карту две крепости. Вот, где одна крепость должна идти на другую крепость. Стенка на стенку, но она имеет свои отличия, ребята. Видите, отличия есть. Здесь нет этих подземных пешеходов. Вот тут вот. Вот я забрался к врагу прямо в логово, и, конечно же, меня за это наказали, ребята. Я в синей команде. Красная команда атакует. Видите, уже пробивается. Прострел. Вот таким вот способом я эту девочку обезвредил. Пробивается по прямой. Видите, можно пробежать достаточно быстро. И вот они уже здесь. Видите? Так, ребята, давайте помогайте. Значит, что в этой игре? Обновилось несколько уровней. Добавился уровень фабрика. Очень интересная локация с вращающейся платформой. Обновился вот это две башни, две крепости. Что еще тут, ребята? Тут можно покупать снаряжение дополнительное. Дополнительные там турели устанавливать. Вот. Ну, в основном, конечно, переработанные уровни. Давненько, ребята, ничего в этой игре не было такого подобного. Поиграю. Также еще сейчас хакерский пакет. Ну, то есть какая-то винтовка там. Она зарабатывается, ребята. Ну, я не... Недавно такой купил снайперскую винтовку. Вот, видите, как стреляю без снайперской винтовки. Так, ребята, вы не забудьте пока подписаться. Пока я тут для вас сражаюсь. Вот видите, прострел идет. Одного смог пропрыгнуть, другого не смог. И здесь появились такие кармашки. То есть, ребята, вы в эти кармашки можете заходить и врага стрелять. Так, сейчас я вам попробую показать. То есть нужно пробежать к врагу. Так, ладно, лучше тогда покажу снайперку, которую я купил. Она не такая уж и дорогая. Но с ней, в принципе, интересно управлять. Так, это наш. Так, кто подстреляет? Прямо. Ничего себе. Так, там уже снайпер другой меня подбил, пока я стоял, думал. Так. Ребята, приходится что-то выбирать между оружием, потому что вот тут уже атаковали нас очень близко. Поэтому снайперку пришлось поменять. Ну и я, ребята, стараюсь играть с мешками, потому что сложнее тогда у вас попасть. Ну, кто как. Кто-то без прыжков играет. И лучше, конечно, не выдавать себя выстрелами, потому что выстрелы эти палятся, как говорится. Захожу к врагу. И меня тут убивает турель.
принципе, ребята, довольно интересная локация. Ну, правда, подземный этаж здесь отсутствует. Но вот присутствуют такие боковые коридоры. Видите, где посередине бегает. Совершенно посередине. Также, мне кажется, изменился цвет газончика. Вот. Более зеленый такой стал. Интересно поиграть, пока эти уровни еще не так сильно поднадоели. То есть они вот только буквально новые. Там несколько дней. Так. Ладно, давайте делать какой-то результат. Результата пока не получается. Так, мою турель кто-то убрал. Да, дрона я запустил не вовремя. Девочка моего дрона сбила. Вот это вот. Со всех сторон. И турели понаставили. Приходится обороняться. Да, душит нас враг. Так, моя пушка работает. Так, уничтожаю еще пушку врага. Так, намечалась у меня серия. Но снайпер меня снес. Надо снайпера разобраться со снайпером. Так. Замес. Ребята, замес. Так, надо ставить быстрее. Вот только хотел поставить. Уже гуляют по нашей базе, как по своей территории. Так, давайте здесь поставлю. Так, вынесли. Вынесли мою пушку. Слабовато наша команда, ребята, играет. Слабовато. И даже я не помогаю. Так, чтобы выправить эту игру. Так, давай, девочка, пойдем с тобой. Прикрою тебя. И погибну. Так, ну вроде бы мы перевели игру на территорию противника. Так, прыгаю хорошо, стреляю плохо. Так, снайпер отрываю.
занимаюсь. Сенсу попробую делать. Прорваться. Да, ребята, мощные какие-то у нас соперники. Тем интереснее играть. Так, ладно, чуть-чуть разрядили обстановочку. Так, хорошо, тут стоят, держат. Да что такое? Дрон мой совсем не работает, ребята. Вроде бы я спрятался. Так, это лонгшот был. Так, попробуем сменить тактику. Меняю тактику. Так. Решил отсидеться, ребята. Так. Так, даже попал в кого-то, ребята. Вы не поверите. Ну, постою здесь, попробую. Поливает. Так, есть. Я это снял. Девочка там бегает. Здесь. Можно сказать, что помог. Так, помог. Ставлю себе защиту. Есть. Есть, ребята. Так тоже можно. Так играть тоже можно, но мне нравится более подвижная. Девочки, это мой брат, фиолетовой прической. Она, потому что я сейчас меня убивает. Так, турели поставили. Нормально. Очень хорошо. Держим оборону. Хорошо, я даже разыгрался, ребята. Чувствовал. Почувствовал вкус игры. Так, только почувствовал, и меня сразу в чувство привели. Так, меняю фланг. Игра поменяла фланг. Ребята, 13 человек мне для того, чтобы запустить ядерную бомбу.
Да, ребята, не успею. Но это тоже неплохой результат, я считаю. Давайте посмотрим, на каком я месте. Ребята, на первом месте, это очень хороший результат. 13 человек мне не хватило до ядерной бомбы. Вот, ребята, фабрика. Смотрите, фабрика — это следующий новый этап, новый уровень, остальные нам уже известны. Так, выберут или нет? Так, ребята, что это? Да, ребята, это фабрика. Покажу вам этот уровень. Очень интересный. Здесь двигающаяся площадка. Вращается. Вот она приходит в движение. Ребята, и можно идти по центру прорываться. Главное только понять, куда. Вот, прорываться можно. Враги понабежали. Очень мне нравится этот уровень. Он сделан так. Красный канал, который обозначает цвета команд. Серый цвет. Все очень лаконично, ничего лишнего. Также эта локация, она, ребята, парит в воздухе. Вы можете посмотреть. То есть это все в воздухе, которая управляется неким таким, я даже не знаю, что это за стержень или двигатель. Вот, в общем, туристично. И главное, ребята, это уже что-то новенькое, потому что уровни, конечно, уже изрядно поднадоели. Старые уровни, ребята, немножко уже поднаскучили. Так, выходит к нам, выходит еще. Платформа пришла в движение. Так, я попал тут на людей. Они выбегают. Я сейчас кликаю мышкой. Так, в кого-то попадаю, в кого-то не попадаю. Так, девочка бежит, мальчик бежит. Есть. Так, и меня наказали так же, как и я. Ребята, сделал, так же меня и наказали. Так, кого-то уже убил тут. Так, не получается у меня нащупать. Так, пытаюсь. Они стреляют из защиты, ребят. Так, стреляют из своих защищенных. Но им это не помогает. Так, ставлю еще турель. Заберусь повыше. Снайперку эту я купил недавно совсем. У меня была другая, синяя. Это я привыкаю, она стреляет более прямо. И, ребята, не забудьте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, никаких обновлений. Так, что тут, я засиделся. Пока меня не шлёпнули. Так, ребят, ладно. Давайте побегаем с автоматиком.
Ну и также можно запускать радар, чтобы видеть ваших врагов. Их и так видно. Опять приходит движение наша платформа. Можно бежать по ней. Прорываться над базу. Так, закрываю. Таким, ребята, образом прямо на базу. Это было смело, но опять платформа в движении, опять можно прорваться, но ненадолго, ребята, ненадолго. Ну вот, пожалуй, это самый такой обновлений самый интересный уровень в движении постоянно. То есть если другие уровни, они статичные, неподвижные, это, ребята, в движении все движется, вы сами движетесь, еще платформа. Так, слишком близко я подошел. Чтобы себя не определять, надо пока не стрелять, пока не подойдешь поближе. Не открывать огонь. Когда подошел поближе, уже поливать. Конечно, не так, ребята, но приблизительно. Так, удастся ли мне здесь занять какое-то место? Так, у меня новый уровень, 82. Этот этап для меня непривычный, я только привыкаю. Если к тем уровням еще как-то привык, то этот немножко непривычен. Перепрыгнул он меня. Так, платформа подъезжает, можно бежать. Ух, сколько их понабежало. Решил перепрыгнуть на платформу, пришла в движение. Так что здесь надо смотреть в оба. Да, ребята, здесь я чувствую, не преуспею. Смотрите, ребята, это что еще такое? Это читер или кто это? Он стоял где-то непонятно внизу. А как туда попасть? Давайте попробуем попасть. Интересно. Да, ребята, сюда можно попасть вполне. Отсюда вести огонь, это интересно. Интересная тактика. Так, давайте обзор получим. Так, здесь даже поудачнее, я думаю.
пропустил я этого мальчика. Есть. Так, меня грохнули. Так, ребята, 5 минут остается. Завершать скоро свое видео. Так, я могу выцепить его. Так, надо менять дислокацию. Турелью. Так, есть. Дрон, они все спрятались внутри, да, они выходят. Мы их, можно сказать, подавили. Видите, они стоят в глубокой обороне. Вот этот хитрец, ребята, смотрите, как он побежал, я его снял. Так, мне надо сюда бежать, ребята, к нам. Есть. Давайте там. Запускаю дрон. Так. Наконец-то они меня достали, ребята. Я думаю, что у нас большое преимущество. Есть, мы их подавили. Так, вот это сидит, богатый. Так, когда-то он тут убрал без меня. Так, хорошо. Две минуты, ребята, 2 минуты. Отчаянную попытку прорыва. Так, что это такое было, ребят? Я попал как раз в щель, и не только я, видите, еще какой-то чудик. Мы попали туда, куда не нужно было попадать. Так, это мой враг номер один. Рогатый мой враг. Давайте последний рывок. Чтобы закрепить нашу победу. Может, и не победу. Что-то они нас задушили под конец игры. Мы их душили, а сейчас, ребята,
Это они нас освободились наконец-то. Ребята конкретно освободились, сейчас нагадают. Так, на каком же я буду месте? Подсказываю, что они на таком еще большом. Последние секунды. Еще успеваю кого-то застрелить. Так, ребята, ну что это такое? Да, на втором месте. Но это все-таки неплохо. Ну, ладно, ребята. Сегодня я показывал вам обновление в игре Big Paintball, большой Paintball. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Всем пока!